Сегодня начались выборы членов регионального совета палаты предпринимателей. В процессе голосования в режиме онлайн могут участвовать только субъекты бизнес-сферы. Впервые в этом году заявки для участия в выборах подали 16 кандидатов из Семейского региона. Только 9 из них будут избраны в региональный совет. Регистрация кандидатов в региональный совет палаты предпринимателей проходила с 7 по 23 июля. С 25 июля по 3 августа кандидаты представляли свои предвыборные программы и проводили агитацию в социальных сетях. По данным Семейского филиала палаты предпринимателей, заявки на участие в выборах по всей области подали 104 кандидата. 102 из них соответствовали квалификационным требованиям и были допущены до выборов. И мы предоставили именно вот возможность бизнес-сообществу самому выбрать тех людей, кто будет завтра лоббировать интересы бизнеса, кто будет озвучивать конкретные предложения от представителей разных отраслей, сфер бизнеса для дальнейшего направления данных предложений в центральный аппарат Атамекена и уже выше в правительство Республики Казахстан. Как отметили представители палаты предпринимателей, региональный совет – это контролирующий орган в сфере бизнеса в регионах. Основная задача его – поднять проблемы в этой сфере и обеспечить учет интересов субъектов бизнеса. Один из кандидатов – члены регионального совета – молодой предприниматель Еркебулан Турсын. Здесь необходимо научить молодежь не только основам предпринимательства, но и правильному использованию государственных программ, правильному ведению бизнеса. Думаю, что палата предпринимательства Атамекен с помощью регионального совета внесет ряд поправок для поддержки молодых предпринимателей. Выборы пройдут в период с 5 по 11 августа. В региональный совет палаты предпринимателей войдут 35 человек со всей области, 9 из них из города Семей. Срок полномочий членов совета – 4 года. Саулия Байгалиева, Бердибек Харымбай, Хайрат Кужахметов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».